После смерти секс-символа советского кинематографа Натальи Кустинской телевизионные каналы и печатные издания выпустили десятки материалов, посвященных актрисе. Частым гостем подобных передач становилась Тамара Семина, советская актриса и давняя подруга Натальи Кустинской. Казалось бы, Семина должна была вспоминать подругу добрыми словами, ну или хотя бы, как в известной поговорке, о покойном либо хорошо, либо ничего. Но Тамара Семина решила говорить только правду и показать истинное лицо Натальи Кустинской. Став героиней программы «Пусть говорят», которая вышла в апреле 2018 года и была посвящена Наталье Кустинской, Тамара Семина без лишних сантиментов буквально с порога огорошила весь зал, сказав: «Почему-то очень умные, яркие мужчины любят пустых, взбалмошных и ничтожных женщин. Эти женщины глупые, но умные по-женски. Одни лохушки, а другие очень подлые, мерзкие, отвратительные. Такой была Наташа». Всем сразу стало понятно, что подруги что-то не поделили. Когда у Тамары Семиной спросили, есть ли у нее обида на Наталью Кустинскую, или, возможно, существовал мужчина, который стал причиной такого негативного отношения, Семина ответила, что нет. Вспоминая студенческие годы Кустинской, бывшая однокурсница Тамара Семина призналась, что все считали Наталью недалеким человеком. «Кустя – абсолютный пустоцвет. Два притопа, три прихлопа. Ну, дурочка», – говорила Тамара Семина. В программе у Бориса Корчевникова Семина вспоминала о первых студенческих романах Натальи. Она с первого курса была безотказная, у нее в гостях побывали все парни шести факультетов в ГИКа. Позднее Кустя стала встречаться только с перспективными известными парнями, которые могли вывести ее в люди. Она была смазливенькая, и мужчины увлекались ею. По утверждениям Тамары Семиной, за своего первого мужа Юрия Челюкина Наталья Кустинская вышла замуж только ради будущих ролей. Наталья очень хотела сыграть Тосю в фильме «Девчата», но режиссер, а по совместительству муж Натальи Юрий Челюкин, отказал ей в этом, пригласив на главную роль Надежду Румянцеву. После развода с Челюкиным Наталья вышла замуж за дипломата Олега Волкова, от которого родила ребенка. Когда мальчику исполнилось 9 месяцев, она ушла к мужу Натальи Фатеевой, космонавту Борису Егорову. Позже фамилию Егоров взял ее сын, поскольку Наталья посчитала ее более престижной. Комментируя роман Кустинской и Егорова, Семина называла методы разлучницы Натальи весьма жуткими. Пока Фатеева снималась в Югославии, от имени Фатеевой Кустинская писала любовные письма главному герою картины, партнеру по съемкам, немецкому актеру Армину Мюллер-Шталю, а потом передавала их мужу Фатеевой, космонавту Борису Егорову. «Мол, Боренька, посмотри, что это такое, она совершенно тебя не ценит, разведись с ней, я буду верной и хорошей женой». Однако в одном из интервью, которое давала Наталья Кустинская, разлучницей предстала сама Тамара Семина, правда, в другом романе. По словам Натальи Кустинской, в Югославии у Фатеевой и Армина Мюллер-Шталя случился роман. Фатеева мечтала уехать в Германию и с нетерпением ждала поездку на неделю советского кино в Берлине. Но в Госкино решили отправить Кустинскую и Тамару Семину. Фатеева просила отдать ей место, но Семина и Кустинская ответили отказом. Кустинская вспоминала: «В Берлине на банкете Тамара Семина выпила лишнего и начала приставать к Армину прямо при всех, а потом ушла с ним на второй этаж и вернулась нескоро. Я не выдержала и сказала ей: Тамар, что ты делаешь? Это же мужчина Фатеевой. А я его проверяла», – рассмеялась Семина. Член делегации режиссер Роман Тихомиров рассказал Госкино, что Семина крутила роман с Армином. И Фатеева все узнала. Тогда возникает вопрос, кто говорит правду? Ведь Кустинской был выгоден роман Фатеевой и Мюллер-Шталя. В этом случае она бы без лишних усилий увела Егорова. И все остались бы при своем. Фатеева с Армином, Кустинская с Егоровым, а Семина... Возможно, в этом причина нелюбви Семины к Кустинской. Возможно, именно Наталья помешала ее роману с Армином. Или это просто зависть? Правда, к сожалению, мы никогда не узнаем, поскольку Наталья Кустинская нет в живых, а Наталья Фатеева ведет замкнутый образ жизни и не общается с прессой. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал.